Еще один закат в Порт-Магане. Второй в это путешествие. Третье сюда. Сегодня много людей собралось у спокойного океана. А я вот решил не терять возможности и гадать им. Жалко, разваливается канарская штука. Со спиралями. Людей много, будет ли что-то с этого? Какой-то, как говорят, гешефт. Никто не знает. Но я сегодня взял в руки бубен. И бубен — это штука, которая открывает мне свои учительские, так сказать, способности. Я учусь вместе с ним, он учит меня. Учит меня мудрости жизни. Например, тому, что нужно выдерживать паузы и нужно правильно использовать ритм. Ритм речи, ритм жизни. Не стоит никогда спешить. Надо быть спокойным, когда нет необходимости торопиться. Спокойным, как океан сегодня. Спокойным, как солнце, которое в него садится. Наконец-то я взял в руки бубен, взял руны и приехал сюда. Ушел из комфортной ловушки. Ведь к чему это? Ни к чему совершенно. Головы людей закрывают солнце. Тут не хватает мазе.